Ну так как ты оцениваешь дебют своей сборной? В целом, в общем там. Нормально? Очень порадовался, когда вызвали сборную. Что говорить по поводу дебюта? Впечатления отличные. Не получилось только победить, но ничего страшного, я думаю. Готовимся к Евро. Всех ребят знаю, поэтому проблем никаких не было с общением. Атмосфера раздевалки хорошая и рад, что выступаю за сборную страны. После «Динамо» была полная опустошенность, вообще никаких мыслей не было. Переоделись, собрались и уехали по домам. Все понимают, нужно исправлять ситуацию, эту неприятную. И будем это делать в субботу. Буду готовиться на все 100%. И думаю, буду готов. Хорошее восстановление, плюс тренировки, и все будет хорошо, я думаю.